Привет всем! Сегодня у нас на обзоре Абу Амин в Шарме. Попробуем морепродукты, лобстеров и поделимся с вами нашим мнением. Погнали! Вот такое меню. Нам дали сразу на русском языке. Цена в фунтах египетских. Сейчас курс 1 фунт 5,5 рублей. Мы заказали микс на 450 и суп. Добавим лайм, который шел в комплекте. Суп на самом деле не такой уж и дешевый, получается в районе 450 рублей. Видим креветки, кальмар, какая-то рыба. Попробуем вначале бульон. Бульон довольно интересный, рыбный, в меру соленый. Давайте попробуем саму креветку, самую обычную. Специи в меру, в целом неплохой суп, по вкусу 7 из 10. Вот такой вот микс за 450 фунтов, огромный поднос. Первое из сета попробуем медиум, она здесь довольно огромная, сравните с моей головой. Медиа не просто медиа, а еще в каком-то соусе. Соус, конечно, перебивает вкус мидии, но в целом вышло неплохо. По вкусу 6 из 10. Также к миксу передается такой соус. Попробуем кальмар, жареный во фритюре. Сразу вижу, что фритюры мало, и это хорошо. Вкус сочный кальмар, по вкусу 8 из 10. Креветочки, королевский гриль. Просто и вкусно. 80. Следом идет какая-то рыба. Лучок чутка передержали, как и остальные овощи. Они у нас сгорели. Давайте попробуем саму рыбку. Сама рыба мне понравилась. Просто простая запеченная рыба. По вкусу 80. Кстати, также присутствует лобстер. Но тут также имеется подливка, которая не сильно одобряет, которая, скорее всего, перебьет вкус и не даст нам попробовать самого лобстера. Мясо сомнительно черного цвета. Пишите в комментариях, насколько оно должно быть таким. По вкусу как залежалый рак. 3 из 10. Подведем итог. Заказ мы ждали 40 минут, но оно того не стоило. Суп неплохой. Амара испортили, как и мидии, соусом этим сырным. Непонятно, зачем они его туда засунули. Рыба и кальмары вкусные. Оценка заведения 5 из 10. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам такой ресторан. Всем пока.